Они его попросили, пошли. А вот слушай, не, я, ты не понимаешь, что говоришь. Правда, правда. Так каким путем и в каком году отец еще не был почему-то не взят был в армию? А вот почему? Почему? Потому что он на железной дороге работал. Подожди, вот, броня вот ты слушай, он так рассказывал. Ну, по броне. Он пришел, и его немцы захватили. Он говорит, я молол. Вот что отец рассказывал. Немцам рассказывали. А с какого года? Четвертого. Да, он, так вот, в каком году это был рассказ? Вот он мне рассказывал. А, 30. И он как, они его отпустили. В телогрейку, он и нарочно мимо мельницы, он там и мельницы, и мукой измазал всего. Ну, ты этого как бы и не знала это. Отец мне это все рассказывал. Да, мы вот. Молоть ходили туда. А какой вот год это было? Это мы я не могу молоть ходили сказать. Туда. Нет, не ты ходила, а это он. Я ходил, Данфила. Мы после войны. Ты ходила, а вот этот случай, ты знаешь об этом? Не знаешь ты ни хрена почему-то. Вот не попал. Да, или мне отец рассказал. Вот мне рассказ отца. А Николай что рассказывал? Вот после этого, подождите, после этого отца, наверное, забирают в армию, они, наверное, отогнали их немцев. Вот. Да, да. И он пошел, и ранение он получал под Тулой, и где-то здесь, вот, под Белевым где-то. Вот Макар, да. Отец наш, их... Зинки Анишины, это так отец. Что битва немножечко они отодвинутся. Все, их отсюда. Всех побили. А нашего отца в Саратове лежал. Ну, ранениями. Да. Он и Тулу защищал. Косая гора. Правильно, там. Правильно. А, ну под Тулой. Да. А кем он был на Косой горе? А кем? Солдатом. Кем он солдатом. Мог быть? Так что вот эти вот рассказы... И он там ранен был, что ли? Да. Да, ему шея осколки. Он так и умер с осколком. Товарищи вот соседи мужиков всех побили. И голова. Никто не пришел. Но голова у него... У него вмятина царя. Была с правой стороны, да. Как сейчас помню. Вот это Васюха месте. Бандит это его. Бандит. Это его Васюха бандит. Бандит Гусев. Твой папа влез в драку с Васюхой. Отец разнимать начал. Ты чего сидишь? Отец не разнимал. Отец от колодца шел. Слушай, дедушка. Чего он рассказывает? Да и он не знает. Ты молчи лучше. Нет, ты рассказывал. Подожди, ты помолчи а на это. А он сзади налетел. Ты слушай меня и сейчас. И тракторным ты... этим... Как ее? Да, этим пальцем как дал. Ты об этом не знаешь. Мы, ну, значит, мать-то рассказывала моя. Мы с отцом шли вдвоем. Ну, мать рассказывала. Мы с отцом шли. Ну и что? А наш на улице там они дрались. Где на улице против Васюхи он и выскочил, Васюха ну, от своего Васюха дома. Выскочил с горы, вот, с горы своей, ну, от ну, дома. Ну, откуда же? А мы-то шли с отцом вдвоем. Они ну, никаких дел я беременная знали. Была. Каких дел не знали? Они с твоим отцом драку дрались. Ну, каких дел? А мы-то были... Ты-то говоришь, что а мы что-то стадо, говоришь? Нет, ну дедушка ничего не знал. Стадо. Отец не знал. И я не как знала. Как не знала дедушка, когда этот Васюха с твоим отцом дерутся? Что он не знал? Что и ты они говоришь? Вперед дрались. Они куда вперед там дрались. Ну, значит, еще схватка на была. На выгоне. Значит, еще схватка была. А потом, отец не разнимал, отца там не было. Мы шли с отцом. Мы с отцом шли. Ты что? Ну что, Васюха меня вылетел? Уже... Ну как Васюха вылетел? Куда? Он на тебя вылетел? На отца? Он вот так я. А где Сергей Павлович был? На улице там дрались они. Опять на улице. С Вертиновым, еще с кем-то. Что-то ты немножечко ломаешь. Не, не, это точно. Я иду вот так. Загнали корову, овец, все, загнали, идем с отцом. Отец говорит, пойдем, говорит, как бы что там не натворил. И мы же идем. Я вот так иду, отец вот это. А какой это год был? Ну, вот я Валеру родила. Это 56-й. Значит, в 56-м. Я родила в октябре, а это дело было в августе. Летом было, да? В августе, на Илья Пророк. И мы идем, ну, я вот так иду, отец вот так идет. Все, загнали скотину, отец говорит, пойдем, как бы что не натворил. Мы идем. Он летит с горы, обходит меня. Я ж не знал, что он ударит-то его. Мы вдвоем шли. И Мархуза Сыпцева, почему она свидетелем пошла? Потому что она тоже видела. А он обошел меня. Присудил? Ничего условного и да, все. Да там это ее защитил этот. Витя Кулыгин. Как Кулыгин. А никого не было, отец никакую драку не разнимал, его там не было. Мы я шли считал, с ним. Что так. Не. И Мархут Слепцов все видел. Почему она свидетелем пошла? Маня, вот и сейчас мы с ней дружим, а звоним, а она говорит, мать видела своими глазами, как он летел. А он с бугра. Откуда я знал, что он, у него там, он такой, у него рука была. Он меня обходит, не тронул. Притом он все время бегал за мной.
А я его, да я его ненавижу. За тобой бегало очень много мужиков. Они мне не нужны, эти вахлаки эти. Да бедные вахлаки. Прыткая была. Кто такой вахлак? Да. Это типа этот... Вот насчет этого темы, да, у эту тему. Не, мать мне уговаривала. Вахлак. Мать говорила так: Дуся, он поумеет, постареет, поумеет. Я говорю, мне даром не нужен. Этот маленький, этот какой-то это.